Андрей Ясенчук живет в Тольятти, но об Ульяновске знает больше, чем некоторые его коренные жители. Все благодаря дочери-студентке, которая посещает школу туристских волонтеров. Она же и записала его на практические занятия, где волонтеров обучают ремеслу экскурсоводов. Это интересно, и это, оживает город, скажем так. Вот когда идешь просто сам, смотришь, да, ты мало чего знаешь, мало замечаешь, а тут, все это оживает. Оживают люди, которые это строили, история оживает, все это переплетается очень тесно. Революция, и то, что было там до революции и после. Туристические маршруты пролегают по улицам Старого Симбирска, а помогают ориентироваться по интересным местам и достопримечательностям карты CityMap. На этот раз неформальная экскурсия прошла по улице Льва Толстого, на которую участники привезли с собой даже своих верных друзей. Многие, наверное, посещали экскурсии, но научиться самим проводить экскурсии, просто глядя на экскурсовода, не так-то просто и, может быть, даже и невозможно. Поэтому я попробую на вот этом вот нашем экскурсионном практикуме рассказать людям, на что обращать внимание, с чего начать, чем закончить и как вообще соединить какие-то элементы пространства города в то, чтобы это можно было преподнести как экскурсионный маршрут. Задача клуба туристских волонтеров – обеспечить комфортное пребывание туристов на территории Ульяновской области. Курс обучения идет полгода. Сначала теория, а затем практические экскурсии. Так волонтеры смогут попробовать себя в чем-то новом. Они, во-первых, будут помогать на мероприятиях, каких-то событиях. А второе, они будут помогать гидам, профессионалам, чтобы сформировать группу, ну и, конечно же, направить. Вот. А некоторые моменты они, конечно же, больше всего узнают. Это историю и краеведение. За последние годы наш город посетило немало туристов. Поэтому Ульяновск попал в число самых популярных городов для отдыха в России. Отточить полученные навыки с практик и показать гостям города интересные достопримечательности во всей красе – задача туристских волонтеров. Набор туристских волонтеров проводится постоянно, и записаться может любой желающий в агентстве по туризму. Илья Михно, Данил Сурков, Улправда ТВ.